достаточно серьезно. В красном углу ринга. Ladies and gentlemen, please welcome the fighter in the red corner. Ему 21 год. Его официальный вес 70 килограммов, а рост 178 сантиметров. На профессиональном ринге он провел 10 боев. Одержал 7 побед, потерпел 3 поражения. He's 21 years old. His official weight 70 kilograms. He's 178 centimeters tall. His professional record 10 fights, 7 wins and 3 losses. Дамы и господа, ladies and gentlemen, please welcome, встречайте бойца из Нидерландов, from Netherlands, Brian Horn. А сейчас встречайте его оппонента, участника сборной команды России, в синем углу ринга. Ему 23 года. Его официальный вес 70 килограммов, рост 177 сантиметров. He's 23 years old. His official weight 70 kilos. He's 177 centimeters tall. Чемпион Амурской области по рукопашному бою и смешанным боевым единоборствам. Призер Дальневосточного федерального округа по смешанным боевым единоборствам. Его профессиональный рекорд 7 боев, 6 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, please welcome from Russia, из России, Александр Белых! Now hope the fighters ready for the final instructions from the referee. Дамы и господа, бойцы готовятся к финальному инструктажу от рефери сегодняшнего турнира Валентина Тарасова. Итак, второй поединок сегодняшнего вечера. Легкая весовая категория до 70 килограммов. Александр Белых представляет Россию. И против него абсолютно неизвестный лично мне, я думаю, что большинству болельщиков тоже, молодой 21-летний боец из Нидерландов, Брайан Хой. Ну, мы прекрасно знаем кикерскую, кикбоксерскую школу голландскую, которая доминирует, ну, отчасти, конечно же, можно так сказать, на протяжении уже многих лет. Ну, а сам Александр Белых выступает как профессионал с 2013 года, имеет за плечами 3 профессиональных поединка. Все прошли в турнирах под эгидой Дальневосточной Федерации современного панкратиона. В своем дебютном бою он уступил раздельным решением Амиру Абдуллаеву, ну а затем было 2 победы единогласным решением в позапрошлом году. Одержал победу Александр над Малвином Балатаевым и затем нокаутировал в декабре прошлого года Армана Царукяна. Четвертый поединок сегодня, если считается также сегодняшний бой по правилам смешанных единоборств, хотя напоминаю, что сегодняшний турнир по профессиональному боевому самбо. И первая попытка осуществить тейкдаун для Александра. Попытка оказалась неудачной, и сразу же его нидерландский оппонент переходит в контратаку. Опасная была атака коленом в прыжке. Клинч сейчас заблокировал Брайан Хой Александра в углу ринга. Наносит удары коленями по корпусу и попытка бросить через бедро. Забирает Хой спину Александра. Но не удается ему зафиксировать соперника ногами. И Александр в итоге выходит из этой позиции победителем. Пытается сократить дистанцию, пройти защиту из ног оппонента и выйти на боковой контроль. Отчаянно обороняется Брайан Хой, пытается встать и с ударом проходит на ближнюю дистанцию в партер Александр Белых. Слышен, подсказывают Александру, чтобы отходил он, пытался убрать ноги оппонента и выйти как раз на то самое боковое удержание. Брайан Хой продолжает сопротивляться. Остается чуть более 3 минут до окончания первого раунда.
Требует жесткого добивания от Александра Белых. И пытается он выполнять инструкции своих тренеров. Открытый гард. Теперь уже закрытый гард в исполнении Брайана Хоя. Вновь встает Александр. Не хочет он действовать из гарда соперника. И теперь, наконец, зафиксировал он позицию. Забрал, наконец-то Александр Белых в спину. И сейчас уже Александр в шаге от потери атакующего положения. Вновь переходит в атаку Брайан Хой. И здесь, ну, будем справедливо отметим, что, конечно же, это была ошибка именно Александра. Он пытался доминировать в партере, пытался действовать активно. И позицию в итоге потерял. В фулл-маунте оказывается Хой. Отдает спину Александр. И Хой не удержался. Калейдоскопическая смена позиций в партере. Но это, в общем, от того, что не очень много опыта в борьбе у того и другого спортсмена. Вновь атакует Александр, пытается спуртовать. Но подавляющее большинство ударов прошли мимо цели. Вот сейчас хорошая позиция у Белых. И вновь неудачная попытка, такая робкая, выйти на гильотину. Вновь Хой оказывается в атакующем положении. Пытается теперь уже нидерландский спортсмен преодолеть защитные построения Александра Белых. Мастит Александр и вновь оказывается в атакующей позиции. Сложно однозначно отдать кому-то раунд. Очень много обоюдных ошибок мы наблюдали в партере. Стойки кому-то отдать преимущество также. Лично я не решусь. И в клинче сейчас атакует Александр, прижимает он Брайана Хоя в углу ринга. Минута до конца первого раунда. Тем временем поддержите бойцов аплодисментами. Близится к своему завершению первая пятиминутка. И есть очередной тейкдаун в исполнении Александра Белых. Очень важный сейчас момент при прочих равных. Забрать концовку очень важно для того, чтобы по итогам все-таки в судейских карточках получить преимущество. По итогам хотя бы первой пятиминутки пытается набросить треугольник на соперника Брайан Хой, но встает Александр и с атакой пытается сократить дистанцию. Конец первого раунда. Закончился первый раунд. Мы послушаем, что скажет Александр Белых. Наиболее яркие моменты первой пятиминутки. Здесь как раз они сводятся к периодическим сменам положения. Бойцов несколько раз имел возможность выйти на болевой удушающий прием или добить соперника Александр. Также Брайан Хой имел свои шансы по ходу этой первой пятиминутки. Но, пожалуй, с небольшим преимуществом можно отдать победу в первом раунде российскому спортсмену. Хотя, возможно, кто-то скажет, что победа была бы весьма спорной по итогам первого отрезка этого боя. В любом случае, смотрим дальше. И, возможно, совсем скоро наступит развязка. Заряжен Брайан Хой. Видно, что готов он к продолжению встречи. Второй раунд. Вперед, выбросил правый мидл-кик и затем колено. И серия ударов руками. Целится в голову Брайан Хой. Еще один мощный мидл-кик. Пытается отвечать Александр Белых.
вновь в поединок уходит Партер. Встают спортсмены. Пытается коленями отрабатывать Брайан Хой. И в свою очередь Александр Белых так и не отпустил захват за ногу соперника. И теперь удается ему перевести поединок Партер. В свою очередь узел предплечья пытался выполнить Брайан Хой. Но не хватило ему контроля за корпусом. А вот теперь опасная позиция для Александра. Набросил треугольник на голову российского спортсмена Брайан Хой. И не удается этот треугольник зафиксировать Хою. И теперь он переходит уже на рычаг локтя. Очередной раз не хватает контроля голландскому спортсмену. И сейчас, как и в первом поединке, мы видим, что уже очень сильно устали соперники. Из гарда голландца пытается действовать Александр. Тот вновь набрасывает треугольник и пытается провести удушающий прием. Сдается Александр. Ну вот так, из позиции, в которой, казалось бы, ничего опасного мы ожидать не могли. В одну секунду все меняется, и Александр Белых этот поединок проигрывает. Таким образом, в этой матчевой встрече сборной России и сборной остального мира российская команда проигрывает со счетом 0-2. В первом поединке, напомню вам, бой проходил в тяжелой весовой категории, свыше 93 килограммов. Александр Даньков уступил Даниэлсу Рикстенсу из Латвии. Ну а сейчас Александр Белых уступил также Брайану Хою. Снова во втором раунде. В первом случае это был технический нокаут, но сейчас мы все считаем удушающим приемом. На первой минуте. Поздравляем Брайана Хоя. 51 секунды более второго раунда. И более техничным. Досрочную победу удушающим захватом одержал Брайан Хой! Дамы и господа, напоминаю, что это 7-й международный турнир по профессиональному боевому самбо от Лиги 70 здесь, в городе Сочи. После первых двух боев командного противостояния счет 2-0 в пользу сборной команды мира. Давайте поддержим сборную России аплодисментами! Дамы и господа, представляю...